Коллеги, Retail Tech снова в эфире. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Павел Белявский. Я представляю типографский комплекс «Девиз». И мы на этой выставке представляем нашу новинку, нашу новую печатную машину, уникальную совершенно и очень актуальную для всех компаний, и особенно для ритейла. Наша машина Ikamori M-Premia способна производить в промышленных масштабах персонализированную печатную продукцию. Мы на этой выставке рассказываем об этой машине и сделали такую азбуку цифровую. Это наш каталог на разных материалах. Мы напечатали, включая металлизированные картоны, пленку, и с удовольствием обсудим с любой компанией любых размеров те наши возможности для персонализированных обращений и маркетинговых акций. Да, еще раз просто скажем, кто потребитель вот конкретно этой продукции, потому что я вижу, это очень красивая типографская продукция, огромное количество материалов. Скажите, кто может заинтересоваться на нашей выставке вот этим продуктом? Наша компания работает с крупнейшими ритейлерами. Нашими клиентами уже являются и «Пятерочка», «Билла», «Призма», «М-Видео», «Петрович». Мы производим миллионными тиражами продукцию именно для ритейлеров. Сегодня мы смотрим в развитие и понимаем, что, глядя на опыт западных стран, что будущее за персонализированными обращениями к каждому клиенту. Сегодня в России стало возможным с нашей новой техникой и технологией это сделать в промышленном масштабе. Наша машина именно этим отличается и уникальностью, что она это делает в промышленном масштабе. И очень красиво, да. Я что хотел бы сказать, как люди, любители книг настоящих, бумажных, да, они не могут понять, в чем прелесть чтения электронных с гаджетов книг. Они понимают, что главное подержать и потрогать, поэтому и я хочу сказать, что у вас представлен стенд на нашей выставке. Я, наверное, пожелаю всем людям, кто заинтересовался вашей продукцией, обязательно вас найти и потрогать, понюхать, проверить, настолько ли хороша ваша продукция, потому что выглядит великолепно, но все-таки в руках, конечно, стоит подержать. Да, дело в том, что это психологический аспект. Человеку приятно потрогать, он сосредоточен, сконцентрирован на то, что видит. И поэтому эффект от использования именно такого продукта рекламного гораздо выше. Это все на самом деле заключается в цифрах. Все это анализируется, существует статистика. 94% людей любят получать персональные какие-то предложения, каталоги именно в печатном виде, не выбрасывают это. Люди устали уже от цифрового шума, который окружает нас, все эти смс-рассылки, это электронные письма, которые выбрасываются просто не читая, не глядя. Эти голосовые роботы, которые вынуждают людей просто не снимать трубки, даже если люди звонят. А здесь это с душой, это ориентировано на человека, это очень человечный такой продукт. И самое интересное, что это очень эффективно оказывается и для работы, например, со спящими клиентами интернет-магазинов. И размер компании вообще не зависит. Понятно, что у ритейлеров совсем другой объем клиентов и объем работы. И наша техника способна перерабатывать сотнями тысяч, миллионы индивидуальных обращений с генерацией индивидуальных QR-кодов с разными скидками. Вопрос только в творческом подходе. Можно придумать все, что угодно. Уникальная технология уже запущена у нас в Петербурге. И вот с этим каталогом я стою на первом этаже на выставке и всем рассказываю, все восхищения, восторги. И это очень эффективная технология продвижения своих товаров и услуг. Как раньше, когда был только придуман интернет, люди писали друг другу бумажные письма и очень радовались, когда вдруг могли получать электронные письма, но все пошло по спирали, как все это бывает в нашей жизни, и теперь люди уже наелись цифровой цифровизации во всем и очень радуются получить бумажное письмо, и тут наконец-то и в нашей сфере все пошло по спирали, и мы возвращаемся к очень красивой, технологичной, но при этом печатной продукции. Спасибо вам большое и желаю вам удачи на нашей выставке. Всего доброго. Всех приглашаю. Типографский комплекс «Девиз» с нашей новинкой, новой печатной машиной для персонализированной и кастомизированной печатной продукции.